Здравствуйте, вы на канале Стрепуха. Каша оранжевого цвета – отличное начало дня. Нарежьте тыкву небольшими кусочками и положите в кастрюлю с толстым дном. Тыкву можно использовать как свежую, так и замороженную, как в моем варианте. Наливаю сюда полстакана воды. Стакан обычный, 250-граммовый, значит 125 мл. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и варим тыкву до мягкости. Измельчаем тыкву погружным блендером. Влейте к тыквенному пюре 2 стакана молока, это пол-литра. Добавьте 1 чайную ложку молотой корицы, немного сухого имбиря и 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха или по третьей натерки, как я. Перемешайте тыквенное пюре. Добавьте немного соли по вкусу. Перемешайте и поставьте на огонь. Вновь доведите до кипения. В это время смешиваем кукурузную крупу с водой. 2/3 стакана кукурузной крупы. Добавляем 1/3 стакана холодной воды. Смешиваем так, чтобы не было комочков. И перекладываем в кастрюлю с тыквой. Такая полента получается, да, тыквенная? Мамалыга. Доводим кашу до кипения. И варим, непрерывно помешивая, 20-25 минут на очень медленном огне. Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая деревянной ложкой, пока каша не загустеет. Готовую кашу разложите по тарелкам. Добавьте сливочное масло, полейте медом или посыпьте сахаром. Добавьте орехи и сухофрукты по вкусу. Маленький секрет, если у вас есть готовая баночка с тыквенным пюре, ваш завтрак будет готов быстрее. В самом начале я сказала, что каша готовится 20-25 минут, моя готовилась всего лишь 12 минут. Эта каша подходит не только для детского питания и не только для тех, кто следит за своим весом. Она идеально подойдет для людей, которые находятся на диетическом питании. Напоминаю, что все мои видео выходят по вторникам и пятницам в 13:15 по московскому времени. Не забудьте поставить лайк этому видео. Спасибо, что досмотрели до конца. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. С вами была ваша Стрепуха. Будьте здоровы!